Ворота Сэм-2. Ну что, немного такого прям расслабляющего симулятора. Покатаемся с вами по метро. Задание ежедневное. Закончить рабочий набор нарушений 300. Будете работать на две линии метро. Пропуск. Прогудите сегодня 9 раз. И вопрос. Так, эти навыки. Не, пизду, вот этого, короче, выберем. Так, линия центральная. Там столько две линии. Тоже неплохо. Остальная линия, линия центральная у нас. Это у нас только откроется. Выпами когда? Блять, я даже не знаю. Давай, линия центральная. 40 километров. 5 станций, все. Ну и выберем. Это еще главное вспомнить. Поездом управлять. Удок.
Сейчас ждем, пока перед нами поезд едет. Ну где тут управление должно же быть? Графика. Что без разрешения, хуй пойми какое. Что, блядь, управления вообще нету. Станция уже. И другой поезд.
сейчас полтинник максимум разогнаться на номерном. Ну, тем более зеленый горит свет. Сидишь, нихуя ничего не делаешь. Блин, ну номерные старые вагоны, поезда, конечно, ну жопа. Но все, потолок у него 46 сов, ну полтинник. Ну все, все, у меня по максимуму все включено, блин. Все, три, ладно, согласен. Сейчас звуки до 60 разгонятся. Шляпа, блин. Это уже, блядь, вагон ветерана.
Чемпионата ветеранов. Сука, не штраф все, а? За смену. Вот это сам в дворе спорта. Легко, просто. А, блин, скорость у них маленькая. Лишь можно еще попробовать на Яузе покататься, здесь она есть. Вот дохуя, что я сейчас смену закончим. Я покажу, что здесь есть.
Все. А, туда же так, блядь, невозможно уйти, пока смена-то туда-обратно считается. Ну ладно, хуй с ним. Сука. Бля, чтобы смены без косяков отработать, ну так нельзя. Через руки дают. Это ты видишь, тут ни мониторов нету, ни камер, ни хера ничего нету, блин. Ну, это старый вагон номерной. Вот он есть. Старый, так и есть старый. Это либо я шикарно сейчас веду. Пассажир довольный.
что такое вряд ли может быть. Блять, извиняюсь. Станция осталась. Я все понял. Я слишком быстро еду. Спереди меня поезд еще один. Что-то не пойму. Семафоры красные горят. Ждем. Я понял, в чем моя ошибка. Я слишком рано поехал следующим поездом. Диктора нету? Вот не поймешь. Ждем.
стою в туннеле, нахуй. А, ну все правильно, он поезд передо мною. Только сейчас надо на станцию заезжать. Слишком два поезда кучно идут. Я еще третий за ними. Поэтому-то у меня и пассажиров-то нету. Наконец-то. Есть. Станцию озвучиваю, все делаю. Сука, никого нету. Если вдруг зайдет вот эта вот такая игрушка, буду проходить дальше, но уже эти степенно другие поезда. Вроде, ну сейчас я уже как до этого сказал, что пройду семинар, работаю, там уже будет видно. Почему мне платят, я в жопу душу по другому составу. Ждем. Передо мной нахуй еще раз, два получается. Станцию пройдет. Быстро, я очень быстро.
блядь, сзади поезд. Зарабатывать себе, блин. Блин, пиздец, на полпути, блядь, до станции нахуй в туннеле стоять. Ладно, подождем, хуй с ним, блядь. Он там спереди два, сука, тупорезит, блядь. Я из-за них сейчас стою. Место, блин. Ежа родили. Сейчас просто хотя бы в туннель выглянуть. Заебался ехать.
город слева горит. Фиолетовый, не знаю, что он значит. В депо все, в пизду. Доехать до конца, блять, я давно уже не играл, мне поэтому забыл. Заходит вам такая игра, кому зайдет, не зайдет, я хуй не знаю. Ну, в чем-то интересно. Да, 45 минут с вами играем. Так, давай сейчас по депо пробежимся, что у нас есть. Состав. Такой себе, вот, короче, есть. Такой. Шляп с ушами. Блять, если не ошибаюсь, это... Вот я его заснят из производства уже, все, он пиздился. Это в Ереване вроде метро катаются такие. Мы вот с вами сегодня на таком катались. Поэтому, ну, в трещину. Это прям... А, ну, тут у меня еще уровень маленький. Давайте вот эту Москву возьмем. В следующей уже серии. Ничего, пока все. Давайте, народ, всем счастливо. До следующей серии. Если понравится, буду дальше проходить. Ну, пока все. Удачи в метро.